Иваново в огне. 7 сентября в областном центре произошло два больших пожара. Первый примерно в половину пятого утра на улице Кузнецова. Там вспыхнул, как спичка, нежилой дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На месте пожара обнаружены тела двух мужчин. Есть основания предполагать, что они были лицами без определенного места жительства. Их личность устанавливается. А несколько часов спустя на улице Смольная рядом с парком Степанова загорелось здание бюро ритуальных услуг. На момент прибытия пожарных огнем было охвачено все помещение. 10:38 горение было ликвидировано. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. А погибших, пострадавших нет. Была информация, то, что был изменен на время ликвидации пожара маршрут 4-го троллейбуса. Причины произошедшего в обоих случаях устанавливаются. Мария Метлицкая, РТВ Иваново.